Концепцию регулирования рынка виртуальных валют и частного размещения ценных бумаг разработал Международный финансовый центр «Астана», на территории которого действует особый правовой режим. Документ предлагает ввести около 10 различных режимов частного размещения токенизированных ценных бумаг в зависимости от привлекаемой суммы, категории инвесторов и видов акций. 2 месяца назад Нацбанк Казахстана заявил о намерении запретить покупку и продажу криптовалют ЗТНГ, деятельность бирж в этом сегменте, а также любые виды майнинга. Однако в финцентре считают, что полный запрет виртуальных валют заведет их в теневую экономику, где они продолжат функционировать без надзора, что негативно скажется на попытках предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма.